Сегодня с самого утра на городских улицах идет активная борьба со снегом. Видимо, следуя традициям, погода решила подшутить и к 1 апреля щедро завалила тротуары и дороги плотным слоем снега. В усиленном режиме сегодня трудятся сотрудники ДРСУ. В первую очередь они очищали центральные улицы и тротуары, чуть позже приступили к уборке снега в отдаленных районах города. В уборке было задействовано более 20 единиц спецтехники. Работает техника в усиленном режиме. В первую очередь у нас идет патрульная очистка проезжей части. Тротуары. На все тротуары брошена техника, потому что ночью была сильная метель. Все заметено. Вот. Ну, я думаю, что с обеда там уже пойдет посыпка ПГМом, обработка. И тротуары закончим, я так думаю, до обеда.